Одиозный ведущий Владимир Соловьев, у которого буквально пару недель назад конфисковали 4 виллы в Испании на острове Кома. Да, все верно, вы не ослышались. У ведущего, который является самым большим патриотом России, конфисковали 4 виллы в Испании. Помимо этого, ему грозит уголовное преследование за разжигание межнациональной ненависти. Естественно, не в России, а за рубежом. После того, как Соловьев узнал о результатах переговоров, он сорвался как собака на пьяного. Ему не понравилось, что стороны договорились об отступлении от Киева и частичной приостановке боевых действий. Как всегда, он громко кричал в микрофон, смотрел зачем-то вверх и кривлял рожи. Многие зрители ему начали писать: «А что тебе не нравится в этот раз? Там у многих дети воюют, а у многих уже погибли». И, как говорят, плохой мир лучше, чем хорошая война. Также Соловьеву начали припоминать, что его сын, которому сейчас 22 года, благополучно сидит дома и воевать не пошел. Несмотря на то, что Соловьев пару лет назад с пеной во рту, как он это всегда делает, кричал, что отправит туда сына. Комментарии спешно удалили, испугавшись такой реакции зрителей. Многих возмутило, что Соловьев чужих детей толкает в пламя войны под пули, а своего сына он держит в домашних условиях, в которых у него одна проблема – как эффектнее сняться в Инстаграме.